А где эта женщина живет? Эта женщина живет где-то на Полярных Зорях, я не стала конкретно адрес уточнять. Ну, в Октябрьском, понятно, чтобы мне легче добраться было. Да, вот. И как бы она просит, с одной стороны, помощи, она маломобильный человек, группа населения, вот, вот инвалид, говорит, я не могу ничего, мне никуда не ходить, ничего, ну, как бы, 5000 хотелось бы вернуть. Но если вам нужны будут мои показания какие-то, я вот могу дать. Я им, в общем, обрисовала ситуацию, что и как, где. Предложила ей, как бы, вариант, что вот можно как-нибудь его там подловить и поговорить с ним, но я думаю, что ей еще нужно будет объяснить. Я понял. Смотри, я думаю, сделать надо следующим образом. Обязательно нам туда надо прийти, ну, по крайней мере, мне желательно, еще там, может быть, кого-нибудь взять из физически сильных людей, в том плане, что этого товарища вот надо заставить, во-первых, чтобы он договор заключил. Раз, прям там на месте. Ну, понятно, что он не будет ничего заключать, и чтобы его прям там взять за яйца, скажем так, чтобы он всю информацию выложил. Что, где, чего и как. Кто он такой, откуда он взял заявку, почему он пришел, почему не заключает договор, почему взял предоплату, что ремонтируют, какое образование. Ну, и, ну, короче, попытать его немножко. Ну, понятно, что мы его удерживать не имеем, по крайней мере, посмотрим, как он себя будет вести. Если он удастся в бега сразу же, ну, все понятно будет. Ну, по крайней мере, мы его рожу зафиксируем на фото, видео, все там тому подобное. И посмотрим по его поведению. Естественно, надо, как бы, условно говоря, женщину спасти, потому что он будет выманивать деньги. Одно дело он деньги выманивает, а другое дело он просто угробит оборудование. Вот я сейчас с человеком... Он уже, да, это сделал. Она говорит, вы понимаете, у меня машинка вообще работала, да, что-то было там не так, но она работала. Он поменял мне этот фильтр, оставил эту деталь на машинке, а теперь машинка вообще не работает. А я ей объясняю, говорю, может быть, говорю, у вас там уже что-то поломали, пока тут суть до дела. Она говорит, я даже не знаю. Ну, понятно. Ну, короче, это классическая схема. Анна, это классическая схема. Эти ублюдки приходят специально, уничтожают имущество и вымогают деньги. Технику не могут отремонтировать. Почему? Потому что у них в алгоритмах нет такого. У них должно быть постоянно, что техника ломается, чтобы был повод выманивать деньги. До момента, пока уже эта техника не подлежит восстановлению, у человека не хватает, это не заканчиваются деньги и тому подобное. У них нету цели ремонтировать. У них есть цель создавать историю, что нужно заплатить, нужно заплатить, нужно заплатить, нужно заплатить, чтобы мы вот это починим, вот это заменим. То есть это мошенничество. Поэтому даже если мы сейчас пригласим их специально на заведомо исправную технику, они ее, сука, угробят. Вот просто можно ради эксперимента, это, проэкспериментировать, кому-то на квартиру вызвать этих ремонтников на заведомо исправную. И чтобы эта, сука, сломала технику, и, блядь, его там, сука, отпиздить. Просто нахуй отпиздить так, чтобы он, сука, руки-ноги переломать. Я другого пути не вижу, потому что менты именно на это толкают. Анна, вот менты именно этого хотят. Они хотят, чтобы люди начали самосудом заниматься, чтобы они, сука, отлавливали вот этих ублюдков, которые умышленно приходят, ломают технику, вымогают деньги, получают деньги и потом съябываются, пропадают. Я вижу по всем историям одна и та же схема. Приходят, видят, что, сука, там засорился просто какой-то, блядь, ну, конденсат не уходит, соответственно, лед появляется. Просто нужно холодильник разморозить, промыть, привести его в нормальное чистое состояние, и он будет, блядь, работать, и ничего с ним не будет. И эти твари начинают какую-то песню выдумывать, создают имитацию, что там что-то паять, блядь, фреон, блядь, дырочку нашел, там, какой, блядь, я не специалист, но я вот это слушаю, я просто понимаю, блядь, как людей разводят. Знаешь, что мне больше всего выбило вот сейчас в этом разговоре, который я опубликовал? Блядь, мужик сидит и, блядь, не может своей жене рот закрыть, чтобы, блядь, на бабки не опускали. Меня вот это просто убивает, просто. Вот понимаешь, вот так и хочется сказать. Да, блядь, ну если ты лох, блядь, ты по жизни будешь этим лохом будешь платить. Ну, значит, денег дохуя, другого слова нету. Если вы так легко расстаетесь с деньгами. Если мужик, блядь, палец себе в жопу засунул и не может ничего сказать, он видит, что, блядь, наябывают, жену наябывают, его в конечном итоге наябывают, семью наябывают. И он сидит, молчит, потому что он не может жене возразить. А жена прямо говорит, а я, говорит, командую, я, блядь, им рот затыкаю.
Да, блядь, не тому ты рот затыкаешь, ты должна затыкать рот, блядь, вот этим ублюдкам, которые приходят, сказки рассказывают, что, блядь, женщина там, блядь, с двумя детьми, там, муж таксует, и какая хуйня, ну, просто по ушам ездят. Я не понимаю этого, люди, вот я не знаю, вот, Анна, я не знаю, я сейчас как бы немножко на эмоциях, да, потому что, ну, я считаю, что это вина вот этих людей, которые допускают это. Ну как можно было месяц ходить, эта девушка Татьяна ходила каждый месяц, в течение почти каждый день ходила, там что-то, блядь, подкачивала фреон, блядь. Да ее нахуй надо было закрыть в квартире, вызвать ментов и сказать, слушай, блядь, дорогуша, бабки вернула и пошла нахуй отсюда. Вот такой вот русский менталитет, или дурость. Да это лохи, это не менталитет, понимаешь? Да. Без лоха, блядь, жизнь не та, просто, блядь. Вот пока вот это есть, пока это существует, они будут процветать. Естественно, менты их крышуют, потому что это, блядь, охуенный бизнес. Это просто бизнес, за который, блядь, платят охрененные деньги, крышуют его. Понятно, что просто так эта контора на Егорова 13 существовать не будет. Ёб, давно бы уже закрыли, просто, блядь, закрыли, блядь, ОМОН бы приехал, нахуй в пол бы всех положил, блядь, руководство, и сидели бы уже как по организованной преступной группировке, по 210-й статье, блядь, все, блядь, пятнашку, блядь, получили бы уже лишение свободы, блядь. Ну нет, блядь, все нормально, все заебись, блядь. На меня иск подают, ёбки, блядь. Фотографию показал я, блядь, рожу показал следователя, замначальника. Значит, она персональные данные мои, блядь, может брать как угодно, блядь, откуда угодно. Просто, блядь, взяла данные, исковое заявление на меня подала. А мы, видите, в рамках служебной проверки не можем эти данные получить. Она вообще, как она получила мои данные? А вы будете писать заявление о том, что она неправильно? Анна, я, блядь, жду, я жду судебное заседание, я выражусь, а расхуячу, блядь, пиздец, она, блядь, вылетит с работы, просто, это, блядь, такой, сука, позор будет для нее. Она пришла, как сотрудник полиции, пытается что-то, что она хочет, блядь, она себя опозорит в край, просто в край. Это до какой степени нужно быть безграмотной, чтобы, блядь, не знать элементарные вещи, блядь, элементарные вещи, что деятельность полиции открытая, гласная. Все, блядь, столько судов на эту тему, блядь, столько всего на эту тему, блядь, и в интернете, где. Она откуда спустилась, блядь? Это нужно быть умственно отсталой, чтобы, блядь, подавать такое исковое заявление. Это либо ее заставили это сделать, но это глупость, все равно она совершила, если она согласилась. Либо она на самом деле настолько юридически неграмотная, но тогда тем более она не имеет права работать в правоохранительных органах. Нам не нужны, блядь, недоразвитые люди в юриспруденции, блядь. Ее место, это, блядь, в лучшем случае на кассе, блядь, в пятерочке. Не больше, блядь. Как она могла вообще, блядь, додуматься до этого, чтобы, блядь, подать на меня исковое заявление? Это пиздец просто. Что она хочет получить? Решение о том, чтобы я удалил ролик. Да нахер что докажет? И, во-вторых, я ничего не удалю. У нас, блядь, строгость законов аннулируется необязательностью их выполнения, потому что то, что мы видим, блядь, они именно этим и занимаются. Они плевали давно на законы. Все давно плевали на законы. Им уже в морду тыкаешь, блядь, конституцию, блядь, закон о полиции, блядь, разъяснения прокуратуры. Что угодно, им похуй, им просто похуй. Они говорят, пишите заявление. Я просто, я не знаю, как вообще этот мир существует. Блядь, почему, сука, их еще не сажают, я не могу понять. Я не знаю, мне просто уже на самом деле интересно. Мне интересно, блядь, такая каша заворачивается. Сука, неужели никто, блядь, не сядет после этого, блядь? Неужели ни одного ментеныша не посадят? Ни Бухарова, блядь, ни Ивкю, или как его там назовут, ни Панфилова. Они, блядь, они что думают, что они что думают, так можно просто брать, блядь, и нахуй посылать просто граждан? Я понимаю одно, они чего-то добиваются, они явно провоцируют нас на какие-то неадекватные действия. Я могу это предположить, почему, потому что, ну, блядь, ну, а иначе как? Уже на видео все показываем, уже показываем этот маразм, беспредел. По ходу дела они перестают бояться даже вот этой огласки. Это последнее, что они это боялись, это огласки. Но они сейчас даже огласки не боятся, они, блядь, ничего не боятся.
Наступит время, когда их просто будут, блядь, в углу забивать, блядь, в темноте, где-нибудь в подъезде, где угодно. Но, блядь, к этому все идет. Но же они не хотят жить по закону, блядь. Они должны охранять правопорядок, соблюдение законов. Так они самые первые нарушают это. Чего они добиваются? Чтобы, блядь, появился какой-то Робин Гуд, который, блядь, нахуй начал их отстреливать. Или что, блядь, я не понимаю. Да я уверен, что такие люди появятся со временем. Я уверен просто, блядь. Я уверен, выйдут люди из тюрьмы, которых, сука, незаконно посадили. И будут мстить. Они почему свои рожи боятся показать? Потому что они знают, блядь. Они за себя боятся. Да ты просто служи как положено, блядь. Законы выполняй. И тебе нечего будет бояться свое лицо прятать. Ну да. Они вот этих камер боятся как не знаю чего. Просто я не знаю. Посмотрим, как начальник будет принимать. Просто, понимаешь, Ан, вот на меня выходит, я тебе там писал, говорил, что я понимаю, что мне дают возможность делать то, что я делаю. Но мне интересно, почему... До сих пор тот, кто как бы смотрит за мной, наблюдает, да, высшее руководство МВД там смотрит и говорит, блядь, ну, типа, Владимир Владимирович, молодец, давай, еби их, еби. Так а что, вы сами не можете этого сделать? Или вы хотите моими руками убрать там, может, каких-то, ну, своих там этих, как там, не знаю, не конкурентов, а... Ну, я не знаю, почему бы им самим не наказать? Почему просто взять публично, нахуй, не уволить, блядь, Бухарова, блядь? Панфилову и всех нахуй по списку, блядь. Начиная с начальника отдела полиции номер 3. Просто нахуй, блядь, нахуй уволить, блядь. Поставить туда из других отделов кого-то, просто публично. А еще лучше кого-то просто одного посадить на несколько лет, блядь. Вот это был бы результат, я думаю, ну реальный. В 10 раз лучше, чем вот эти мои ролики. В 10 раз лучше. А я бы в своих роликах рассказал, что вот посадили Панфилову. А за вот этот иск, который она подала, чтобы ее наказали, и по дисциплинарке наказали. Рублем-то я ее накажу. Она оплатит моего самого дорогого адвоката. Самого дорогого адвоката. На меня будут работать 10 адвокатов. И всех нужно будет оплатить, потому что это дело самое сложное на планете. Я даже на суд ходить не буду. Понятно. Но она хочет этого, ради бога. Я могу понять, что это какой-то, если был другой человек, да, но тут же вообще глупость будет взять и вынести решение, что как бы я там что-то нарушил. Когда я официально прихожу на прием в назначенное время с должностным лицом, как представитель, при ней все фиксируем в открытую, все, она видит, что ведется видеозапись, все, говорится. Я просто не знаю, что там она, как она там будет мотивировать и вообще, кто будет мотивировать. Я говорю, у меня есть ощущение, что она просто заберет исковое заявление и... перекрестится, поняв, какую хрень она сделала. Ладно, Анна, я тут что-то тут намного высказался. Вы хотели что-то конкретно сказать? Нет, я вот по этой женщине позвонила. Я ей завтра перезвоню, потому что сегодня видно, что она уже устала. Видимо, она, как говорит, что после инсульта очень устает. И ей сейчас тяжело, наверное, эмоционально очень сложно все это. Да, смотрите, я и завтра перезвоню. Пускай она не пускает этого человека, пока мы не подъедем, хорошо? Ну, то есть, по крайней мере, как-то оттянет, скажет, ой, я там то-то, то-то, можете там через полчасика подъехать, ну, чтобы мы успели подъехать, понимаете? Потому что это очень важно. Это 100% это та же самая контора, тот же самый человек, раз они изначально выводят технику из, скажем так, из исправности, чтобы человек физически не мог обратиться к другому мастеру. Ну, то есть приходит мастер, ломает и все. А дальше, как говорится, дело техники. Просто знаешь, что... Надо бы еще уточнить у нее, откуда она взяла мой номер телефона. А, ну да, а кстати. А то вдруг там нас будут ждать. Вдруг это подстава. Ой, да пускай ждут.
Не, я поэтому говорю, что я не один должен приехать, а должен с крыши приехать какой-то. Ну, соответственно, заранее ментов поставить в известность, что так и так. Понятно, что это может быть подстава, но ничего страшного. На всякий случай. В любом случае, если полиция приедет, она же спросит у него документы, покажи, кто такой, чем занимаешься тут. Угу. Угу. Вот, Владимир. В общем, такая вот такая ситуация. Такое развитие событий. Я говорю, надо нам списочек какой-то вести и прям писать фамилия, имя, отчество, адрес, телефончик того человека, который пострадал, чтобы прям вот этот список передать ментам, и пускай они всех опрашивают, выясняют. Потому что на самом деле здесь есть такая статья 210, это организованная преступная группировка. Я вижу все признаки, а там очень серьезные сроки, там сразу это особо тяжкая статья, там, ну, все там. Если они возбудят по этой статье, там в СИЗО улетят все сразу же на несколько лет, пока будет идти расследование. Ну, это же надо еще будет доказать, их потом всех поймать. Было бы желание, докажут. Поверьте, то, что я видел, находясь в местах не столь отдаленных, если они захотят человека закрыть и посадить, вообще нет никаких проблем. Вообще никаких проблем. На пустом месте просто людей сажают, без каких-либо доказательств. А тут мы им такую фактуру, скажем так, дали. Бери только, так сказать, оформляй процессуально, готовь материалы дела в суд. Все. Угу. Ну да, уже все во всем признались, как говорится. Я говорю, достаточно опросить всех потерпевших, и все будет четко просматриваться. Вся схема мошенничества, все, ну как бы мне настолько это очевидно, что мне кажется, должно быть очевидно любому человеку, особенно опытному человеку, как сотруднику полиции, который этими вопросами занимается. Угу. Поэтому я и делаю вывод, что раз они себя так ведут, значит, они умышленно пытаются этих товарищей выгородить. Раз они это пытаются делать, значит, наши вот эти местные бизнесмены, так сказать, в кавычках, заносят в кабинет, заносят 100%. Другого варианта быть не может, потому что кто бабки не отстегивает, тот на рынке не работает в наше время. У нас любой бизнес крышуется ментами. Любой бизнес, любой. А тем более такой, наполовину криминальный. Согласна, даже не наполовину. Я вряд ли думаю, что у них хоть одна техника есть отремонтированная. Не, ну, можно как, это человек пришел, холодильник разморозился, на следующий день пришел, а он работает, ему говорят, ой, спасибо, нам больше ничего не надо. Как говорится, успели отказаться от услуг, вот тогда он работает. Ну да. А если не успели, ладно, если там... Тогда завтра угу. Позвоню этой женщине, уточню у нее, как там самочувствие, дела, настроение. Да, ну главное, чтобы она не пускала человека этого, потому что, ну, иначе там он доломает эту технику, чтобы, по крайней мере, в нашем присутствии все это происходило. Она может сказать все, что угодно, там сын подойдет, там что-то еще, там вот, там то-то. Ну, короче, какую-нибудь сказку бы придумала, чтобы мы просто подъехали. Угу. Даже если я один подъеду, а второй человек будет сидеть, условно говоря, в машине, если я ему не подам какой-то сигнал, значит, это означает, что он должен вызывать ментов и так далее, и так далее. Ну, то есть, в любом случае, здесь надо подстраховаться, потому что подстава может быть 100%. Да, вполне возможно. Потому что, я тебе так скажу, мы наступили на такую жилу, которую просто, ну, очень-очень-очень не хотелось бы им терять ее, поэтому пойдут на многие вещи. Uh-huh. Понимаешь, сам факт, что менты пытаются меня от тебя убрать, то есть наймите адвоката другого, поговорить без меня, то есть они понимают, что они не могут со мной договориться, не могут на меня влиять, вот они пытаются на вас как-то повлиять. Uh-huh. Говорит о том, что они заинтересованы. Да, есть такое. Потому что если бы они не были заинтересованы, они бы так себя не вели. Какая разница, какой у вас адвокат, какая разница вообще все. Просто вы делаете свою работу. Да, согласна с этим, 100%. Просто делайте то, что вы должны делать. Не знаю, посмотрим, в общем, завтра.
Ладненько, до завтра тогда. Вот, будем. Ведь это тоже результат, если мы понимаем, что нас там где-то кто-то ждет. Это же тоже результат. Конечно, конечно, да. И именно, именно это даст нам повод, в случае чего, потом говорить о том, что как бы вот подтверждение, что это действия группы лиц, а это, соответственно, уже отягчающие обстоятельства, там совсем другие статьи, другие части определенных статей. Поэтому, ну. Ну ладно, Владимир, что тогда? На связи, до завтра. Да, да. Угу. Ну, все, тогда до связи. Угу, до свидания. Ага, всего доброго. Ага. До свидания. Алло. Татьяна, добрый день. Меня зовут Владимир. Вот. Вы готовы со мной пообщаться? А насчет чего? А насчет вашей деятельности. Какой деятельности? А по ремонту крупной бытовой техники. А, Владимир, вы откуда? Я из Мурманска. Ага, и чего вы мне звоните? Пообщаться. Пообщаться? В смысле пообщаться? Ну, в прямом смысле пообщаться, выяснить определенные вопросы. Вот ко мне обратились граждане с жалобой на вас. Угу. И какая жалоба? Ну, у нас как бы одна и та же жалоба к мастерам из некой конторы, сейчас скажу, как называется, на Егорова 13, сейчас, секунду. Техноэксперт. Знаете такую контору? Возможно. Ну, на Егорова 13. Ну, возможно. Ну, знаете, ладно, понятно. А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Мамаев Владимир Владимирович. А, до свидания. Вы можете оставить для него голосовое сообщение после сигнала. Татьяна, я вам все-таки советую со мной пообщаться и найти способ решить определенную проблему мирным способом. Жду вашего звонка.